Комментарий без лайка попадет в следующее видео. Подпишись на Феры и не будь жопой коня. Ну что? Мы должны выбрать 5, ну или 3, или 5, не больше. Самые креативные, самые качественные, самые хорошо сделанные фотки с хорошим качеством, незакрытым лицом, где видно мерч. Потому что конкурс был именно на то, чтобы сделать креативную хорошую фотку, а не просто лишь бы дома вот так вот сфоткаться и все. 548 фоток было больше, я уже где-то фоток 150 удалил, которые 100% не попадут в конкурс, но я не знаю, как выбрать 3 человек, честно. Тут, если в конкурсе 500 человек участвуют, мне из них надо выбрать 3. И я как бы выберу того, чья фотка мне просто нравится. Мое внутреннее ощущение. Вот, но это слишком обычная фотка. Вот это, ну, типа, это офигенная фотка. Ну, как бы, ну, в поле, лица, конечно, не видно. Мерч как будто бы прифотошоплен. У меня такое как будто бы ощущение. Как будто бы фотошоп, честно. Ну, это фотошоп. Ну, вот, ну, это фотошоп. Вот это вот. Делай, ну, ты офигенная, Владислава. Ты прям красивая. Но я не могу принять. Потому что, ну, это просто фотка в доме. Я надеюсь, никто на меня обижаться не будет. Я всем благодарен, честно, всем. Лицо закрыто, слишком обычная фотка. Я похож на умного человека, это где? В классе? Клайп-опа еще там, мамзелы покушать. Ну, здесь прикольно, это что-то с Гарри Поттером, потому что вот, типа, это палочка или что это такое. Ну, мерча тут практически не видно. Все же вот это как будто бы один из претендентов, я бы так сказал. Вот, Виктория ее зовут. Это как будто бы один из претендентов. Я похож на умного человека. Это фраза Кости, которую он придумал несколько лет назад. То есть здесь есть и отсылка на Кость. Я похож на умного человека. Здесь перевернутая книга. То есть вверх ногами книгу читают. И как бы это уже, ну, небольшая смешнявка. Да, это как бы обычная домашняя фотка на фоне кровати. Но если сравнивать с другими фотками, где просто вот так вот себя фоткают. Здесь есть за что зацепиться. Претендент один на рабочий стол. Фотка пошла. Если кто-то переплюнет эту фотку, тогда я ее, ну, уберу из финалистов и добавлю кого-то другого, если там будет больше, чем 5. Идем дальше. Это мы просмотрели. Первый претендент. Настя, я тебя знаю, кстати. Я уже сколько раз я тебя, какой раз я тебя вижу. Ну, здесь фильтр прям жесточайший накинут. Здесь, а у него вообще, у него даже старая коллекция. Колян, у тебя даже старая коллекция маньяка, и спасибо огромное. Здесь лица не, здесь мерча почти не видно. Тут как бы, ну, я буду смотреть вот так вот, чтобы быстрее это было. Здесь у нас получается Евгений. Ну, Евгений, я тебе благодарен, Евгений, за новый вот этот вот, за вот это вот все самое. Один претендент у нас уже есть. Опа, первая фотка с собакой. Ну, мерча почти не видно. Но это хорошо, это хорошо. Я рад, то, что многим понравился мерч любить, многим понравился мерч Пепса, тем, у кого у самих есть домашние питомцы какие-то. Это, о, господи. Осуждаю, что на фоне, осуждаю вот это вот все. Вот это все плохо влияет. У меня есть друг психопатина, который пил раньше. По 2-3 вот таких вот банки за день. А потом такой пук-пук, сердце отказало. Ну вот и все, у меня так друг умер. Я с ним сейчас общаюсь, кстати, поэтому это самое поаккуратнее. Так, здесь трамвайные пути, это тоже как будто бы прифотошоплено, потому что, ну, и в целом фотка размыта. Опа! И тут и я, тут и мерч Пепс, тут и спасибо вам огромное, спасибо, Вероничка. Ну вот это как будто, господи. В моем принцессе я похож, вот в чем вопрос. Ну это хороший вопрос, Мирослава, это хороший, спасибо. Ну здесь практически не видно. Ля, смотри, она себе огоньки здесь нарисует. И вот такой, даже такой костюм у меня в мерче есть, просто пламенный. Ну как будто бы вот, ну тоже как будто бы обычная фотка, ну с перчиком чили, свет хороший. Качество хорошее, не размытое, то есть как будто тут прям световая лампа на нее какая-то светит. В целом. Как будто можно ее добавить условно. Если что, Василина, потом если будет кто-то с фоткой лучше, чем ты, я тебя заменю. Ай, ну тут тоже, ну вот типа официально такая. Здесь сердечко факовое, здесь кошак из Майнкрафта, тоже хорошее. Здесь у нас косплей на, как его, Ханджи, да, зовут? Я досмотрел первый сезон Атаки Титанов.
Микаса это просто девушка мечты. Я вчера смотрел Ову Атаки Титанов, и там показывали Микасу, и я даже себе заскринил ее и скинул НПшкам, типа, ребят, кто не смотрел Атаку Титанов, там она прескачала, я такой, уф, ну хорошая, ну типа мини-косплей на Атаку Титанов, ладно, хорошо, ну прикольно, прикольно, если бы у тебя был такой цвет волос, как у нее, вообще было бы 1-1. О, это косплей на меня? Да? Ты что, с ума сошла? А потом бронхит, аппендицит и все, что только можно от переохлаждения. С пепсом, в мерче любить. Как зовут пса? Пишет диджей. Вот это вот еще, ну она качество не очень. Типа ты живешь во Владике и ты фоткаешься на фоне Китая, да? Или как оно? Оно так работает? У нас минус 34 ради фотки Эдисона. Чисто ради фотки Эдисона вышла бронхит себе заработать. Ну качество. А, и это даже не новый мерч, это мокрый вантус. Вот эту я знаю, я же с тобой, нет. Ну вот это, ну оно прикольно. Ну в плане, оно необычно. Ну типа, это мне кажется, это единственный, кто догадался нарядить Собакина в этого. И это еще и кофта, это даже не футбол. Ну, как будто бы в этом что-то есть. И Собакин плюс к этому всему еще мирно сидит и наблюдает, слушай. Ну это мило очень. Там много кто фоткался, просто фоткал себя на фоне там квартиры, стены, а тут хотя бы и тут свет есть. Я вижу то, что какая-то лампа как будто бы на Собакина светит, освещает даже собака. А тут три фотки. Вот это первое, это второе. Да вот эту, мне кажется, вот эту берем, да? Здесь у нас тоже девушка читает цитаты великих людей. О, кстати, тут с отсылочками, тут у нас Костя, подожди. Тут у нас Костя на тетрадке, здесь написаны цитаты великих людей в мерче «Я похож на умного человека». Ну, как будто бы тоже обычная, просто красивая девушка стоит, обычная фотка с отсылкой. И с мерчом. Это хорошая фотка, ну качество не очень. Туда же расписали. В этом фон нет ничего. Нет освещения лампы, крыло из... А, ну вот то, что она крыло из книг сделала. О, еще одна отсылочка. Амог. Это красное худи или это белое худи? Ну, без разницы. Тоже хорош. Ну, типа, ты понимаешь, что это просто как бы ты в голову с интернета себе наклеила. Курлы. Кстати, я мало видел людей, которые заказали меч курлы. О, и ты опять здесь. И ты опять здесь. Еще один мерч. Ну тоже, ну ладно, здесь хотя бы хорошее качество. Здесь размытый фон, здесь хороший свет. Здесь мерч вообще не видно, но я понял то, что ты в Мурманске. Город уже не... труженик, господи, труженик. Так, Собакина мы уже взяли. Этого... Ну подожди. Давай мы дойдем до конца. Нифига себе, ты у кого это? Ты у этого... Ты у кого стырила? Костюм дракона. В смысле, ты изобразил то, что ты в психушке или что? Это типа вот эта комната с мягкими стенами или это у меня уже траблы с башкой? Так, Гринч, дракон. Здесь вообще я балдею. А нафиг меня столько много, Екатерина? Тебе кто-то еще и подарил мою господи, как это дичь называет? Ну, распечатанного меня в полный рост. Косплей на меня с одного очень старого стрима, как я понимаю. Вот это! Тут как будто бы типа... Как профессиональный фотосалон. Ну слушай, красная помада, красные волосы, фул комплект мерча огненного. И тут еще как бы, ну, огонь в целом, как бы она все сделала огненное. Я концептуальней. Но вот какую фотку взять? Вот здесь, но тут как будто бы мерч не очень видно. Здесь лучше видно мерч, но здесь просто огонек. А здесь прям пламя. Признайся, у тебя мама фотограф или что-то вот такое? Потому что, ну, вот видно то, что это прям на профессиональный фотик делали. Берем с огнем, хорошо. Да я тебя уже взял! Здесь у нас... О, прикольно. А, тут татушка моя! Ты себе бедную руку разрисовала, потом отмывала полчаса. Здесь у нее рисуночек, это Марти на моем... Это Марти на моем кресле? Нет. Ну, прикольно. Даже прям татушка один в один, как у меня. Тут у нас Димочка Билан почему-то. Тут у нас опять человек в окно машины захотел выпрыгнуть. Тут...
Подожди! Мини-история, фоткалась моя мама. В смысле, это твоя мама? Я ее фотографировала. Я придумала идею, сделала маску, украсила фон и заставила маму воплотить эту идею, эту всю идею. Кстати, собачку на фоне зовут Каштан. Не знаю, вспомнит ли это, но он сам придумал имя моей собаки. А, да? Ну, я помню то, что я кому-то дал Каштан. Так, самое главное. Его доказательство, что не фотошоп. Мам, сделай покушать. И вот пепс. Ну, тут видно, это видно то, что это не, ну, это не, не фильтр какой-то на руках. Это не фильтр фотки. Она реально чем-то покрасила себе руки. То есть тут видно то, что... Ну, вот руки не покрашены. Видно то, что ноги не покрашены. То есть это видно то, что это не... Господи, бедная мама. Чем? Что это? Это гуашь какая-то краска. Ладно, давайте возьмем чисто за то, что я с этого засмеялся. Ну, типа, мне кажется, это уже только достойно того, чтобы она прошла. Фотка меня развеселила. У меня есть такое правило. Я подписчикам в комментах своих роликов ставлю свои сердечки. Я лайкаю коммент только тех людей, кто меня смог развеселить. То есть у меня такое правило. Если есть какой-то прям или очень познавательный коммент, или очень веселый, я их лайкаю. И типа, если меня просто фотка смогла развеселить, мне кажется, уже достойно. Там кто-то написал: девочка в снегу топ. А-а-а! Я вот это пропустил! Алена! Она... Так, ну подожди, но это как будто бы не мой мерч. Ну типа она построила меня, шишку мне в нос запихнула. Здесь есть очки, ну реально, ну похоже, ну типа и Марти. Ну как бы то, только за то, что это реально похоже, хоть из мерча тут две вот этих, две мои наклейки, но все же, это прикольно, хорошо. Мне кажется, претендент 6. Здесь у нас снегоубыты. Ну, я балдею. Че, на даче, да? На даче, да, отдыхаешь? Понятно все с тобой. А теперь вот узнай, фотошоп ли это или нет. Осуждаю. Никита, осуждаю. О! О! Никита, здорово, так это ты, да? Это тот Никита, который энергетики это жахает больше, чем употребляет кислорода в день. Вы бы видели, какая у него коллекция. Я видел. Ну, Никитос, ты даешь, конечно. Первая фотка с Красной площади, кстати. Это же Красная площадь. Что-то какая-то прифотошопленная, как будто бы. Ну, мы как будто бы уже близимся к концу. Чего у тебя башка кости вот это на стенке? Здесь я у мамы принцессы. Ну, это со мной фотка. Здесь в целом очень много фоток. Если я что-то пропускаю, говорите. О, здесь у нас. Нифига, даже скала, это Дуэйн Джонсон мерч купил. Дуэйн Джонсон пенал себе купил, он в школу сейчас будет ходить. Так, тут у нас Клайб, да? А Мария, ты еще и косплей сделал. Так, здесь у нас в снегу моя рубашка на моем скине. Собака, ух, какая, а что за порода? Здесь Собакин, это Собакин и Хамя, ну это старая коллекция. Ксю, это старая коллекция. Господи, везде Клайпов полно. Так, тут у нас фигуристки. Ты ходил по улице и... Так это фотошоп. Это же видно тоже. Это же фотошоп, не? Ай, какая тачка. Это X6, да? У меня такие же. Подожди, это не моя машина? Это же моя машина. Это же Новосибирская, 54-й регион. Это М-ка X. Подожди, это моя машина? С моей машиной сфоткался? Нет. Я здесь не парковался, я даже не знаю, где это. Нет, у меня матовая машина. Здесь видно, то фукаш. Или подожди! У меня X5 М-ка. Так, чисто, если посмотреть, это моя машина. 54-й регион, это Новосибирск. Только я не понимаю, где это. Не, спасибо, что хотя бы замазал номер. Но тут она отражается. Моя машина не отражается, потому что моя матовая. Не, подожди, но здесь светят фары. Здесь светят фары. А типа, если бы ты фоткался у меня на глазах, я бы тебя видел. Значит, это не я. Не, это не... Это X6. Я... Или не? Ну, чисто мой обвес. Чисто вот такой же. У меня такая же губа вот эта вот. Не. А здесь видно то, что она отражает. Все, это глянец. Я в таких местах... Я даже не знаю, что это за место. Я бы запомнил то, что я здесь парковал. Рука смонтирована. Да, рука смонтирована. А, так это фотошоп! Я только это самое главное я не увидел. Так ты фотошопер, Степан? Так это фотошоп! Ах ты! Степан! Я не знаю, я какие-то внутренние ощущения. То есть я вижу то, что над этой фоткой чуть-чуть постарались. Тут она лучше, тут она хуже. Тут хорошо видно мерч, тут плохое качество, тут хорошее качество. Вот, но ну, как будто бы это не фотошоп. Типа она реально здесь как будто бы находится. Ну спасибо, спасибо Деду Морозу и Снегурочке. Степан, ты нафиг прифотошопил мою наклейку на все машины мира? Я не понимаю. Типа ты прифотошопил на гелик, ты прифотошопил на Бэху.
Яху, ты прифотошопил в салон гелика. Нафига? О, с котейкой. Здесь голубя. Что, голубь прифотошоплен или ты прям так сфоткалась? Не, ну, концептуально. Типа, футболка Курлык с голубями. Ну, как будто бы они... Не, ну не, они машут крыльями. Тут у нас гиб-гиб. Нифига, подожди. Ты реально так себя разукрасила? Синие руки. На фоне моего... А, ты еще и на телеке смотришь. На фоне моего стрима. Не, ну я обалдею, лицо реально как будто бы из фильма взято. Это не фотошоп. Видно то, что она вот, что... Ну, видно, что оно немножко пятнами. То есть видно то, что она реально все это рисовала. Ну, круто. Человека-паука пропустил. Ну, это Питер Паркер. Спасибо огромное тебе, что купил мерч. Но он на русском языке. Ты русский не знаешь Питера. Здесь Костя, я только сейчас увидел. Ну тут мерча прям по минимуму. Ну должно быть, ну мерч должен быть как бы на переднем главном плане. То есть, если бы я не знал, что здесь написано, я с трудом могу прочитать. Ну, прям прищурясь, я могу прочитать, что здесь написано, я похож на умного человека. Но именно офигенный косплей, Анна, честно. Вот Костя топ. Ну хорошо, ну добавляй гиб-гибга. Ну чисто из-за того, что ты очень сильно постаралась. Очень сильно с этим постаралась, с макияжем. Ну макияжем, как это называется, с гримом, вот. Вроде я ничего не... Тут есть косплей на меня, я все это вижу. Тут прямо Владиславу и усы нарисовали, и бороду нарисовали. Ну я так перелистываю, я не могу сказать то, что здесь есть еще, что меня прям люто как будто бы цепляет. Типа очень много крутых есть всяких фото. Есть люди, вот, которые постарались, которые даже грим себе сделали. Вот Данила. Тут вообще друзей всех созвала. То есть это твое тело, но голову ты себе пририсовала. То есть есть люди, которые вот тоже профессиональная фотка, профессиональная съемка какая. С голубями прифотошопленными. Просто чисто голубь тут прифотошопленный какой-то здесь. Много крутых фоток. Ребятки, я в целом офигевозе то, что столько участников. Честно. Вы все начали сюда закидывать фотки в самый последний момент. Вообще нифига. Фига непонятно. Это я где? Вот это фотошоп или это реальная фотка? Меня где-то просто врубили в торговом центре на вот этом, на камере, господи, на монитор, на телевизоре. То есть все красивые, все крутые, но я не могу всем по 10 тысяч стать, потому что 500 участниками, да, по 10 тысяч, вообще у меня денег столько нема. Вот, короче, у нас 7 претендентов. Мне кажется, ну я вот еще раз пролистал, но я не могу прям, ну вот... Здесь косплей на Атаку Титанов, ну круто, честно. Ну вот здесь вот девочка. О-о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 -
мерча почти не видно. То есть я еще раз пролистал, и вот если мне что-то как бы западает в сердечко, я добавляю. Ну, Гринч тоже крутой. Вот это, Дракоша тоже крутой. Здесь полно меня, здесь меня больше, чем самого автора этой фотки. Тут вообще без головы какая-то фотка. Господи, что это вообще, что здесь происходит вообще? Я выбрал. Мне кажется, я уже третий или четвертый раз пролистываю, и как будто бы я выбрал. Как будто бы больше некого добавить, поэтому у нас 7 претендентов. Это грим, но частичный грим. Тут уже детективы мне пишут, то, что это фотошоп фотошопский. Ярослав мне написал, смотрите. Краска заходит на футболку. То есть здесь она просто... Вот, да, рука чисто в пейнте, в фотошопе сделана. Да, это, короче, в пейнте просто покрасили. И все, потому что здесь на футболку заходит, здесь видно то, что это, как она называется, господи, кисточка, кисть, вот. Просто зашли в фотошоп, кисть вот так вот сюда нарисовали и вот здесь сделали. То есть, ну, видно то, что руки это полностью все фотошоп. Фотошоп, претендент. На победу. Изучаем, думаем, за кого будем голосовать. Смотрим фотки вблизи, приближаем, чтобы, ну, где-то, может, есть фотошоп. Может, мама Клайпа, это сплошной фотошоп, но вроде как нет. Хотя вот на шее здесь как будто бы фотошоп. Я так рад. Я очень сильно рад. Почему? Потому что я вижу, кто по голосованию победит. Первое место у нас мама Клайпа. Ты рад за маму Клайпа? Да. Что мама выиграла? Да. Ну, вы прикиньте, маму свою попросить, маму свою нафиг разукрасить, и мама выиграла, мама в мерче была. Ну, это мама, ну, типа, объясни, вот еще, и она еще и в футболке, мам, сделай покушать. Мне просто моя мама сказала, ты что, дурачок, да, а здесь да. Своего сына поддержали. Первое место мама, второе место получается девочка Костя, вот это вот. Дальше третье место получается у нас девочка Огонь.
Вот это вот. И четвертое место PES. Ну, мне так PES нравится, честно. Вот прям очень нравится. PES получается четвертое место. Ну, типа, разрыв слишком большой. Да, мне PES... Ну, PES очень милый. То есть, это прикольно. То есть, из всех фоток одна... Одна участница, кто догадалась, питомца своего одеть. И мне очень нравится, честно, как он выглядит. То есть он прям милый. Я в целом рад, что она участвует в этом конкурсе, потому что, ну, круто. Да, тоже очень прикольно то, что... Ну я просто балдею, чем вы ей руки красили? Чем ты руки накрасил маме? А тут еще и тут еще это... Тут еще и наклейка, вот, я только сейчас заметил. И тут сзади Клайп, вот, тут серия маньяка, как будто бы вот здесь. И вот я Клайпа здесь вижу. Или что это, или это фотка, не знаю. То есть, получается, первое место мама Клайпа. Так. I will be back.